Чуть больше суток остается до исторического события. Встреча представителя Русской Православной Церкви с главой Католической Церкви. Патриарх Кирилл сегодня отправился в Гавану, где завтра в здании международного аэропорта он должен увидеться с Папой Римским Франциском. Этого события ждали очень долго, и последние два года подготовка к нему шла особенно интенсивно в условиях строжайшей секретности. Основное, о чем собираются говорить, — гонение на христиан, которые в последнее время происходят все чаще на фоне сложной международной обстановки. Перед отлетом патриарх обратился к представителям духовенства, приехавшим в аэропорт проводить делегацию. Вы знаете, что путь мой далек лежит до Кубы, а затем по Латинской Америке, и поэтому требуются и духовные, и физические силы. Видя вас и надеясь на ваши молитвы, укрепляюсь духовно и физически. Известно, что патриарх и понтифик собираются подписать совместную декларацию, текст которой накануне согласовывался со сторонами до позднего вечера. Не исключено, что последние поправки будут вноситься уже во время самой встречи глав двух крупнейших христианских церквей.